1% есть чего-то. Так, банче, овердоз, элемент. Банче. Так. Я такой минус на фоне. Бэк-вокал. Так, коктейльная вишня. Так себе, да, битбоксер? А пойдет, что? Так, вишенка у нас есть. Ой, что я сделал? Теперь у меня чехол с новым дизайном, вот с табачным таким. Чуть-чуть его размазать еще так. Кто вот на сменах работает и в телефоне сейчас сидит? Знакомая ситуация, я думаю. Элемент. Блин, вкусно пахнет фихоа, кстати. Только... Фихоа у всех вкусная. Блин, ну так-то согласен. Вишенки как будто бы вообще чуть-чуть совсем. Так. 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 В итоге вы решили, кто за кого говорит? Да, надо решить, кстати. Мы так и не решили, кто за кого. Ладно, мы сейчас пока решаем, забиваем. Это у нас запись идет. Угу. А, так, это все делаем в компотик. И сверху у нас будет слой бонше. Две версии смонтировали. А, так. Арина. Да? Две версии. Блин, очень сильно нравится на самом деле мне бонче, но у них так много соуса иногда бывает. Это меня немного, конечно, расстраивает, если честно. Ну, вот так вот накинем сверху. Все добил, смотрите, все забрал, да, себе. Чуть-чуть карман украду тоже, пока их нет, да? Кто не видит? Чуть пару вкусов дерну себе на ход ноги домой. Так, делать это все я буду в отступ. Ты любишь, когда вот жестит приятненько так? Да, обожаю. Ага. Так, друзья, вот Влад сказал, что он любит, когда вот так вот приятненько жестит. Блин. Влад сказал, что он любит, когда вот приятненько жестит. Мы делаем сейчас отступ. Бончик, конечно, такой сиропистый. О, ёлы-палы. Делаем отступ. И одну штуку, которую мне посоветовал один мастер, которого вы все, ну, большинство 100% знает. Если честно, я это проверял. Вроде работало. Не знаю, ли сработает еще раз. Если хотите, чтобы ваша чашечка немного приятненько жестила, это вы вот, вот так вот от стеночки его немного отделяете. Хм, что-то новенькое. Ну, попробуем. Если честно, как бы частенько такие лайфхаки из раза в раз. То работают, то нет. Вот так вот отсоединим. У нас такой хорошечный отступ. Ну, прям реально отступ, можно сказать. Вот так вот мы отделили. Проверка тяги. Блин, идеальная тяга. Так, ну, чашечка готова. Телефон испачкал зачем-то. Греем какой колодочкой, сколько рублей? Так. 4,25 на плитке, если что. Да, пусть будет 4,25. Но попробуем погреть на подвесике. Один по центру и три сверху. Mm-hmm. Просто по приколу сделаем так. Какая вот. Колодка. Я больше всего проработал на классических, я в них больше уверен, поэтому давай пусть классика. Будет это, да, классическая, альфовская, которая...